Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесии. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. В Донбайе погиб 83-летний турист из Санкт-Петербурга. Около 300 тысяч тонн кукурузы собрано в республике в прошлом году. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаево-Черкесии проиндексированы на 4,8%. И горнолыжный курорт Архыз в этом году перейдет к частному инвестору. Далее подробно об этих событиях и не только. За 2019-2022 годы в Карачаево-Черкесии для республиканского онкологического диспансера приобретена 51 единица медицинского современного оборудования, в том числе 8 единиц в прошлом году. В частности, получено новое современное медицинское оборудование, причем не только диагностическое, но и лечебное. В прошлом году в медучреждении появились УЗИ-аппарат экспертного класса, магнитно-резонансный томограф, многофункциональный операционный стол, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций и многое другое. Новое оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, снижать инвалидизацию и смертность населения республики от онкологических заболеваний. Например, уровень обследования на УЗИ-аппарате экспертного класса позволяет не только получить наиболее достоверный результат и точное описание состояния органов и тканей, но и значительно сократить общее время обследования до постановки окончательного диагноза. А система МРТ – это очередной прорыв в истории онкологического диспансера. Она специально разработана для повышения клинических возможностей и предоставления комплексных передовых технологий. Этот МРТ помогает увеличить число обследуемых пациентов, повысить эффективность диагностического процесса при меньших затратах на одно сканирование. В Донбайе погиб 83-летний турист из Санкт-Петербурга Виктор Чубанов, который посещал наш регион с 1960 года. В Донбасскую спасательную станцию поступила информация о том, что на склоне горы Муса-Читара 83-летний мужчина получил травму. Спасатели оперативно доставили пострадавшего до пункта медицинской помощи, однако турист получил травмы, несовместимые с жизнью, и он скончался. Недавно в интернете появилась аудиозапись странного телефонного звонка, обеспокоившая родителей и педагогов. Неизвестная представляется по телефону сотрудникам газовой компании и просит ребенка включить газовые конфорки, якобы проверить исправность системы. Некоторые утверждают, что звонки поступают от злоумышленников с Украины, которые таким образом пытаются организовать взрывы многоквартирных домов. В связи с этим сейчас в школах республики с детьми проводятся разъяснительные беседы. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Когда родители проявляют некую бурную реакцию, когда ребенок приходит и говорит о том, что что-то было странное в соцсетях или что-то его напугало, тем самым он, этот родитель, он вот этой бурной реакции отодвигает ребенка. То есть у ребенка возникает ощущение, что мама или папа испугались, и завтра меня не допустят к интернету. И тогда он начинает пользоваться интернетом вне стен школы, вне стен своего дома, делает это как бы тайно. И последствия могут быть самыми плачевными. Более 296 тысяч тонн кукурузы собрано в республике в прошлом году. По данным регионального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств Карачаево-Черкесии завершены уборочные работы. А валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 408 тысяч тонн с площади 82 тысячи гектаров. Из них с площади 52 тысячи убрано кукурузы на зерно, 297 тысяч тонн, урожайность составила 57 центнеров с одного гектара. Кроме того, утверждена структура посевных площадей под урожай этого года. В текущем году планируется произвести сев сельскохозяйственных культур на площади 125 тысяч гектаров. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии вошел в число субъектов страны, достигших 100% показателя по доле обработки обращений граждан за декабрь минувшего года. Так, от жителей республики поступило 734 обращения –
По данным центра, без внимания не остается ни одно обращение. Каждое из них направляется в профильное ведомство. Чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ, социального обслуживания, состояния автомобильных дорог, ремонту дорог, а также благоустройства дворов и придомовых территорий. Горнолыжный курорт Архыз, созданный с нуля государством, в этом году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке уже опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов. По решению совета директоров, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак, с 10 января по 14 февраля состоится сбор заявок для участия в конкурсе. В феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100% акций акционерного общества, управляющая компания «Архыз». Условиями конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа. Обязательства частного инвестора при покупке «Архыза» серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых Дука, будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8000, отметил генеральный директор «Кавказ-РФ» Андрей Юмшанов. Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачая-Черкесии проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 105 300 неработающих пенсионеров республики, чьи выплаты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 17,5 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также индексируются пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированные выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118 рублей 10 копеек до 123 рублей 77 копеек. Размер фиксированной выплаты с 7220 до 7567 рублей. В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры получили выплаты за январь досрочно. Пенсия им поступила в повышенном размере с учетом проведенной индексации. Досрочное зачисление пенсии полностью завершилось 30 декабря и коснулось выплат через банки. Доставка пенсии почтой началась 3 января и проходит в соответствии с графиком работы отделений в нашем регионе. 103 сервиса Социального фонда России работают на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. За прошлый год на госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. На портале теперь также можно оформить уход за инвалидами и пожилыми. Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявления для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал можно получить и компенсацию на оздоровление, и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до 3 лет. Помимо этого, на госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. И в продолжение этой же темы. Жители Карачая-Черкесии могут оформить прописку по месту жительства для ребенка, подав заявку через госуслуги. Раньше это можно было сделать только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг, записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия. Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей, он и направляет заявление. В прошлом году в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 2353 брака, что на 407 браков или почти на 17% больше, чем в позапрошлом году. Больше всего браков зарегистрировано в Черкесске, Зеленчукском и Узджигутинском муниципальных районах. Впервые в брак вступили 1631 жених и 1649 невест. 184 брака заключено между бывшими супругами. Средний возраст брачующихся мужчин – 33 года, женщин – 30 лет.
Возраст самого молодого жениха в прошлом году 17 лет, а самого возрастного 86. В Миноборнауки Карачаево-Черкесии назвали сроки подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в этом году. Подать документы можно до 1 февраля включительно, в том числе и выпускникам прошлых лет, желающим пересдать определенный предмет. Единый государственный экзамен пройдет в 3 этапа. Досрочный с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля и дополнительный с 6 по 19 сентября. В заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить предметы для сдачи, русский язык и математика, обязательные предметы для выпускников. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники 2023 года могут выбрать для сдачи по математике базовый или профильный уровень, а выпускники прошлых лет – только профильный уровень. В художественной школе Усть-Джигуты проходит выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные, талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Более подробно о выставке рассказал директор учреждения Борис Атаев. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это приходится воспринимать поколением. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще со времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Ну и последняя информация. В картиногалерее «Черкесска» открылась выставка участников студии «Краски 09». Жителям и гостям столицы Карачаево-Черкесии свои творческие работы представили художники Анна Макрякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены также лучшие работы воспитанников студии за 5 лет и работы самой художницы. Кроме классической живописи, зрители могут оценить картины в смешанной технике, к примеру, из эпоксидной смолы. О своем творчестве расскажет художник Анна Макрякова. Но рисовать я любила всегда, и как-то с самого детства я начинала с художественной школы, потом институт, кафедра дизайна. Очень долго я проработала дизайнером, и потом все-таки вернулась к холсту и краскам. Может быть, потому что меня это вдохновляет, и, как сказал один известный человек, найди себе дело по душе, и тебе ни одного дня в жизни не придется работать. Это мое любимое дело, мне нравится этим заниматься. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем в северных районах порывы до 11-14 метров. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Утром местами на дорогах республики гололедица. В горах местами плюс 11-16 и выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы достигнут 14 метров, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 6. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.